Всем привет! С вами Мега Сириус 12. Я вот наконец вернулся с этой долбанной больницы. И мы продолжаем проходить игру Аквадалюк GT быстрее торпеды. Так, сейчас мы отправимся на гонку. На последнюю на этой локации. Эту выиграли. Да. Вот на эту такую большую. Тут я даже не знаю, выиграю ли я с первого раза нах. А то я что-то подзабыл, молясь, пока в больничке лежал, как играть вообще. Надеюсь, вспомню. Так вот мы поплыли. Блин, падла, у них лодки круче. Да падла, хватит меня на берег гнать. Вот идиот, и сам на берег меня выгнал. О, М-заряд. Короче, такая штучка. Врубаешь ее, и все лодки плывут прямо, поворачивать вообще не могут. Сейчас я ее на повороте на каком-нибудь врублю. Бля. Е, два М-заряда. Ай, блин. Прям на берег. Ну и плывите, падла. Вот такая вот веселая штучка, М-заряд. Врубаем нитро. Блин, ну эти хлопки в три раза круче, чем у меня, блин. Валим, 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 валим. И чё? Так, вот тут я вот так вот срезаю обычно. Не, мне вот так привычнее. Так, вот плывем. Ож, пальма. 110 километров вот на этом корыте, это, блин. Все, кажется, ушли в отрыв. Хотя не надо забывать о ловушках. Их тут дохэ больше. Вон сети стоят, блин. Кстати, в своей сети, если влетишь, тоже жопа будет. Вон описание сети сбоку. Сеть замедляет плавучий катер. Что-то там. Дальше я не успел. Так, пофиг, плывем дальше. Кто-то в моей сети, кстати, врубился. Фигачи. Так, кажись, я вспомнил, как играть. Или даже не забывал. Да. Не отняла больница навык игры. Повезло. Так вот мы почти доплыли до финиша. Сейчас мы отправимся в другой город. Сейчас откроется сразу два. Один российский, типа там катастрофа случилась, сейчас увидите все. А другой греческий. Сначала мы сплаваем в российский, там где там катастрофа случилась. Побудем немного там и, возможно, отправимся на греческий. Так, ну тут все. Домой. Хранить, путешествовать. Вот они, два города. Гидрос и Погрома. Сначала в Погрому. Ну, дело в том, что этот город затопило. Тут надо будет поплавать, людей поспасать. И, возможно, полетать на гидроплане.
Сразу скажу, на гидроплане я летать толком не умею. Могу долбануться об землю. Но как смогу, так полетаю. Так, ну сначала мы спасем парочку людей. Видите, вот тут все затоплено к чертям. Бревна, блядь, какие-то плавают. Сейчас нам дадут спасательную лодку. Так, вот на карте крестиками обозначены люди, которых надо найти. Вон первый. Эх, блин. Забираем. Плывем дальше. Ну, в награду денег нам не дают за спасение, просто прибавляется репутация. За каждого спасенного 10 единиц репутации нам добавляется. Если кто не разобрался, репутация под звездочкой в левом верхнем углу, чуть ниже, это деньги. Я думаю, это было понятно. Пока же все у нас на минимуме. Что неудивительно. Так, ну вот двоих мы спасли. Спасаем третьего и все. И поплывем на гидроплан. Наверное, в этой части я отправлюсь в Гидрос, покажу окрестности, но гонку я уже не успею там начать в следующей части. Блин, заросли. Так, все. Теперь надо вернуться на базу. Типа... Блин, дерево долбанное. Ни хрена не видно. А, вот, все. Почти доплыли. Вот, все. Ну все, мы вот добавлено очков популярности 30, спасено жизни 3. Вот такая вот миссия. Как бы. Сейчас мы сплаваем гидроплану. Покажу вам, что это такое, с чем его едят. Скажу еще вам сразу, хрень убойная. Я вот сколько раз игру проходил эту, до сих пор не научился на этой падле летать. Но сейчас вы сами все увидите. Так вот мы доплыли. Ну, поплыли. Чтобы запустить. Так, ну все, кажись, завели. Сейчас эта падла поплывет. И начнет взлетать. Вот мы типа взлетели. Бля. И уже падаем. А, не, не падаем. Пока нет. Блин, все-таки неудобное управление у него. Так, вот надо ящики сбрасывать. Цели. О, попал. Кажись. А может, не попал. Не, кажись, не попал. Не, не попал. Не знаю, сейчас ли попаду. Но вот такой вот гидропланчик. Сейчас я хотя бы раз попробую попасть. Блин, как же неудобно все-таки ему управлять. Попробуем вон туда. Брос. Ну что, попали? Блин, нет. Блин, я вроде же попал в красную зону.
Ладно, хрен с ним. Попробуем вон туда. Ловите. А, блин. Чтобы набрать ящики, коснитесь воды. Ой-ё. Сейчас долбанемся. Сейчас либо плюхнемся, либо у меня получится. Я не знаю. Блин, я воды не коснулся. Ладно, попробуем еще разок. Падла. Блин. Что-то меня назад вернуло. Кажись, за игровую зону вылетели. Есть. Вот я типа так коснулся. Ладно, хрен с ним. Сейчас я последний раз пробую ящик этот долбанный в цель кинуть. То же самое, что... Как с обреза снайп... Как обрез снайп... Как снайперку использовать. Хрен попадешь. Такой вот гидропланчик. Блин, падла, куда? Многоэтажки. Ну. Во, наконец-то мы попали. Каждый точно сброшенный в цель ящик дает 20 очков популярности. Ну все, мне надоело летать. Сейчас мы отправляемся в Гидрос. Я вам покажу окрестности греческого городка. И на этом часть закончится. В следующей части мы будем проходить гонки в Гидросе, а также купим новый катер, прокачаем его, ну и подзаработаем деньжат. Так, почти загрузилось. Вот тут сохраняться стоит 200 баксов. Типа гостиница. Ну тут можно, конечно, и дом купить. Вот такой вот греческий городок. Выглядит как-то поуютнее, чем наш. Но это не наш, это греческий. Вот такие вот у него окрестности, как бы. Ну, сейчас я для прикола сигану с трамплина. Так, сколько тут дом стоит? 5000 стоит дом тут. У нас же пока 3020 рублей. Блин, что-то я рано развернулся. Так, там порт. Можно будет поплавать на баркасе. Пособирать клады, ёп. Блин. Что тут? Ну ладно, давайте доставим какого-нибудь одного пассажира куда-нибудь. Только прыгать я не буду, так как мне некуда. Время уже подходит к концу. Так вот мы его доставляем, она платит 100 баксов. Да не за что. Ладно, отправляемся домой. Следующий спонсор, когда будет 1000 очков, откроется. А у нас сколько сейчас? А у нас 544. Нормально. Скоро откроется. Ну вот и все, на этом, наверное, часть подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, удачи, пока. И подписывайтесь на мой канал.